Смотрите, Киевский вокзал, вот торговый центр. До 15:00 я вас жду. Здрасте, как всегда, да. Постоянные помощники первые. Так, ага, еще помощники, отлично. Спасибо. Что там, шприцы у нас? Ага, мы с вами супер. Обсуждали. Да, давайте. Закидывайте. Мне сказали, у вас еще есть. Карма в итоге вот такие. Да, хорошо. Ага. Я почитала. Запретили. Здрасте. Здрасте. Ага, корм. Запретили моему котику, но это ага. Корм очень хороший. Все, хорошо, спасибо вот. Большое. Спасибо. Один грандорф, а спасибо. Второй. Ага. Мочекалина. Спасибо, я поняла, спасибо. Вот. Маленький пакетик корма, ага. Это Royal Canin. Ага, хорошо, разберем. Там разберем. Не подписанная. Я поняла, ну да, поймем. Ага. А у меня багажник опять не открывается, здрасте. Здрасте, как мне оплатить? Не открывай, а вот, или вон там, или, я не знаю, через приложение. Опять у меня багажник сломался, машина у нас уже не хочет никак работать, не открывается, так что давайте сюда, боковые. Нет, там есть по минутам, если вот на этом самом аппарате. Здравствуйте. Так, подождите там, давайте. Конечно, холодно стоять возле машины, ж не будешь, да? Здрасте. Дайте мне хоть чуть-чуть ваш снять, здрасте. Я уж думала, вы не приедете. Отлично, помощники наши. О, супер, спасибо большое. Я пешком, у меня просто заболел кот, и мне было вообще... А, понятно. Здравствуйте. Спасибо вам большое за помощь. Так, мне уже не было. Здравствуйте. Спасибо. Так, а это для взрослых пантов 10 штук пригодятся? Ага. Постелим кому-то, так там не пользуемся, но если на подстилку. Вот, а то у меня хорошо, ага. Это мне надо. Это я пойду. А, я поняла. Ага. За хлебом. Ага, спасибо большое. Давай ко мне в машину. Так, спасибо, грудь. Да, открывай. Что, в эту сторону? Улыбочка, здравствуйте. Здрасте, рада вас видеть. Всегда жизнерадостно, я тоже, спасибо. И вас тоже. И с наступающим вас 8 марта. Да, спасибо, и вас тоже. На Киевском вокзале к концу. Спасибо большое, друзья, всем, кто принял участие, приехал на встречу и оказал помощь бездомным животным приюта «Лохматая душа». А те, кто не смог приехать или живет далеко, вы всегда можете помочь приюту через наши реквизиты, которые находятся под роликом. Сегодня удалось купить 10 Лева Миколя тюбиков и 5 Бравекта. Ой, больно, Бравекта стоит уже 2700. Так. Один чек. И второй чек. Ну, там соскребла со всех карт. И еще купила 35 бинтов больших. Всем добрый вечер. Наконец-то я получила все товары, которые заказывала. Собрала всю партию нашей помощи вместе. И сейчас вам хочу отчитаться о том, что мы купили, сколько купили.
Ну, в общем, смотрите, очень приличная получилась партия разных препаратов, нужных приюту. Моя помощница Женя уже пытается что-то открыть, да? Дженни, фу! Я тебе. Друзья, к нам приезжало двое мужчин, привезли вот такую бравекта, аж две упаковки. Ребята, это огромное счастье. И привезли две таких. Два человека приехали, двое мужчин. Ребят, да золотые мои. Мужчины, миленькие, я вас просто обожаю. Спасибо вам огромное. Дай вам Бог здоровья и всего-всего. Самого доброго. Спасибо, мои хорошие. От всей души, от всей лохматой души. Ребята, а вы Чехов? Нет, Москва. А, ребята, у нас еще и семьи из Москвы, не из Чехова. А вот чеховчан я никак не могу к себе в гости затащить. Никак. Вот из Москвы к нам приехать близко, а из Чехова далеко. Я очень рада вам, друзья. Реально, очень-очень рада. Большое спасибо. О, сколько народу сегодня приехало, а? Ну что, друзья, у нас сегодня в гостях семьи. Приехали с детьми. Да, мои хорошие? Нравится у нас? А? Да. Нравится у нас. Приезжайте к нам почаще, кстати, ребята. Вот вполне серьезно. Приезжайте к нам почаще. И зовите людей.